В Балакове сделан шаг навстречу большому благоустройству города при участии социально ответственного бизнеса. В рамках проекта «Улучшение экологии городской среды» между администрацией БМР и компанией «Фосагро» в лице балаковского филиала АО «Апатит» подписано соглашение о сотрудничестве. И теперь социальных и благотворительных проектов, реализуемых компанией в Балаковском районе, стало еще больше. Компания «Фосагро» и балаковский филиал, в частности, здесь, Балаково, это как было социально ответственное предприятие, оно остается и будет оставаться таким. Для нас важны не только производственные показатели, но также и экологические направления, и также наш город, наша социальная сфера. Это строительство и реконструкция скверов, это реконструкция парков, это набережные и многие другие объекты. И при этом мы не оставляем те направления, которые мы до сих пор реализуем. Компания «Фосагро» направит в этом году 170 миллионов рублей на улучшение экологии городской среды. В дополнение к такой же сумме, выделенной на регион в ходе ранее подписанного соглашения с правительством Саратовской области, эти дополнительные средства пойдут на ремонт набережной судоходного канала в районе перемычки мыс Ерошкина, благоустройство городского пляжа. Также планируется продолжить работы на аллее героев, ведущей к обелиску памяти, благоустроить 7 скверов в разных частях города. Реализация утвержденных проектов начнется уже в этом году. Для нас очень важно, что такая социально ответственная компания, как «Фосагро», создает не только рабочие места, высокооплачиваемые, создает условия для своих рабочих, которые работают на этом предприятии, но и в целом в городе создает комфорт. Направить дополнительные средства на благоустройство Балакова компания «Фосагро» смогла благодаря восстановлению цен на минеральные удобрения после нескольких лет падения. Вместе с устойчивым ростом цен на сельхозпродукцию это обеспечивает высокий уровень рентабельности предприятий отечественного АПК, а также позволяет повысить экономическую устойчивость предприятий группы «Фосагро», увеличить их налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. К примеру, в этом году в бюджет Саратовской области от компании «Фосагро» поступит практически 1,6 миллиарда рублей, в 3 раза больше, чем в прошлом году. Так что у нашего города есть все шансы начать новую страницу в своей истории.